Скажите, пожалуйста, что означает пульсация шеи с левой стороны, особенно в лежачем и сидячем положении? Пульсация шеи может говорить о появлении окклюзии или непрохождения сосуда. Для того, чтобы вылечить это, используйте препарат Гворгин по 2 таблетки 3 раза в день. Смазывайте шею моей мазью Габана или золотой бальзам Дуйко, или можно миновазином. Также на место, где пульсирует, накладывайте в вечернее время горчичник. Делайте это каждый день перед сном, где-то на протяжении 10 дней.